хочу снять видео о проблеме в прудах, когда их пробивают дно. У кого сделано из мембраны, из пленок. Почему это происходит? Потому что люди пользуются ломами, пешнями. Ну и всякими такими причиндалами. Вот вмерзло, надо аэрацию сделать, чтобы ни рыба не погибла, ни там дафня. Ребята, не пользуйтесь ломами и пешнями. Пользуйтесь вот таким топором с деревянной ручкой и вот такой ножовкой с крупными зубьями. Пробил топором дырочку и пропилил полосу и так далее. Максимально, если бур. А вообще, конечно, если у вас просто пленка, не геомембрана, еще все опаснее, все аккуратнее. Пользуйтесь добром для себя.